признаться, очень рад, что предстоит застеклить именно эту машину, именно в таком ее виде. Потому что очень много факторов тут сошлось. Во-первых, машина новая, и вдвойне приятно подчеркнуть красоту свежего авто. Но машина не просто новая, а свежелакированная, буквально 6 дней назад отполированная. То есть идеальная площадка для наших предстоящих работ. А еще у нас наконец-то белая тачка. Из-за этого мы все время стеклили черные автомобили, так сказать, для контраста, чтобы эффект был заметнее. Но сегодня мы докажем, что и на белой машине все прекрасно видно, и можно подчеркнуть ее красоту жидким стеклом. В общем, предлагаю не тупить, а приступать к работе, и по ходу мы все дело разъясним и объясним все нюансы. Поехали! Прежде всего вспомним базу. Солнце на стадии нанесения нам не друг. Надо или в пасмурную погоду, или чтоб крыша над головой была. Если ни то, ни другое не случилось, не беда. Мостов нынче в городе хватает. Нанесли губкой, подождали матовости нанесенного препарата, распределили его вот такой салфеткой. Ну и начисто еще одной салфеткой. И так с каждой деталью. Капот лучше напоследок, чтобы успел остыть. Все очень удобно, можно в парадном костюме работать. Затронуть одну очень важную тему. Жидкое стекло от японской компании Wilson, всем давно известное и всеми проверенное, появилось первым на рынке и, собственно, открыло двери многим другим схожим продуктам, которые, либо не стесняясь, нареклись тем же именем, ну, либо, как минимум, в описании используют те же два заветных слова. То есть, по большому счету, жидкое стекло стало именем нарицательным. И все бы хорошо, конкуренция – это здорово, но ведь некоторые бренды используют весьма сомнительный, я бы его назвал, современный маркетинг. У нас жидкое стекло последнего поколения, говорят они, при том, что их предыдущие версии вообще были ужасными, и даже жидким стеклом их трудно было назвать. Догадываетесь, в чем идея? Ну, мы-то вон какие продвинутые, а стекло от старого миллион раз перепроверенного Wilson'а – это всего лишь первое поколение. Зачем так делать? Да чтобы цену на свой продукт задрать. За последнее поколение и платить-то больше должны. Просто учитывайте несколько фактов. Wilson'овский глазгард, нанесенный в сервисных условиях, спокойно держится год без всяких доработок. И стоит копейки. Центр локального ремонта, БГГ-сервис берут в среднем за машину 6-8 рублей. Если своими руками, то удовольствие вам обойдется в какие-то 1300 рублей, да еще и на вторую машину при набитой руке останется. Спору нет, есть вообще другого рода покрытие, даже, к примеру, пуленепробиваемый. Но это уже другой сегмент, другие цены, другие задачи. А вот, допустим, по соотношению цена-качество, по эффекту вау, доступному большинству, если не каждому, смею заверить, конкурентов у Wilson'а нет. Для тех, кто сейчас пытался вникнуть во все это, абсолютно не понимая, о чем, собственно, речь, а другими словами, для новичков, объясню очень коротко. Wilson Glassguard – это покрытие, которое дает весьма долгую защиту от мелких царапин, сколов, при этом эффект только что отполированной машины держится также целый год. Если кто-то до сих пор не проверил, рекомендую, возьмите вот такой флакон лайт-версии жидкого стекла под названием PS Coat. Держится этот состав меньше, от месяца до трех, наносится намного проще, и готов поспорить, появится потом большое желание приобрести старшего брата. И кто теперь скажет, что стекло – слово неподходящее?